В Приднестровье рекордно низкая инфляция. Рост цен с начала года составил менее 1,5%. Для сравнения, к сентябрю прошлого года инфляция была в 5 раз выше, чем сейчас. А в позапрошлом товары и услуги дорожали почти в 9 раз быстрее. Сдерживает инфляцию сразу несколько факторов. Так, уже второй год курс рубля к доллару остается на одном уровне. Еще одна причина – это решение заморозить основные тарифы для населения. Но главное – это значительное удешевление продуктов питания, что стало возможным благодаря регулярным ярмаркам, где торговые места предоставляются не перекупщикам, а производителям товаров. Так считает зампред Приднестровского правительства. Была предоставлена возможность реализации продукции оптом и по более низким ценам. Яблоки, картошка, морковка, капуста, помидоры. Дефляция, она у нас происходила ежегодно, но такие темпы, как достигнуты в этом году, например, по морковке дефляция, снижение цены составило порядка 45% в летний период. То есть такого скачка вниз у нас еще не было. Майя Парнас отмечает, так как с января по август инфляция составила всего 1,5%, вероятно, что ее показатели за год будут ниже планируемых 8%. Но при этом зарплаты бюджетникам и пенсии все-таки повышены на 8%. Таким образом, благодаря сдерживанию цен ожидается небольшой, но все-таки рост доходов населения.